Влияние Геншина номер 4. Странник Евгеша. Странник? Странник? А, напугала. Это я, Нахида. Да, я уже помню. У меня было немного вариантов. Либо ты, либо голоса в голове. Сделай мне одолжение. Встреть моего друга. Что? Какого? Нет времени объяснять. Просто иди направо. Ты меня пугаешь. Серьезно? Кот? И это ты называешь? Забудь. И что мне с ним делать? Просто позаботься о нем. Ты напоминаешь мне меня. Такой брошенный, неизвестно куда идешь. Давай с тобой путешествуем, пока и ты меня не покинешь. Так, сколько тебе уже лет? Стой, подожди, я не успеваю считать.